Уникальный трейловый полумарафон «Леоран» состоялся 11 июня в Хасанском районе Приморья на земле леопарда. Физкультурное мероприятие «Леоран» является вторым официальным забегом в национальном парке. В полумарафоне приняли участие более 500 человек. Путь проходит по пересеченной местности, склоном высоких холмов. Общий набор высоты составляет 900 метров. Задача одна, чтобы люди получили удовольствие от дистанции, чтобы у них осталось классное воспоминание о мероприятии. И вот эти эмоции они с собой сохранили просто навсегда. Вот задача только одна, чтобы всем участникам все понравилось. Организаторами уникального спортивного праздника выступили беговой клуб «Ран ДНС Ран» и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и генерального партнера компании «Сяоми». Главной целью создания «Земли леопарда» 10 лет назад стало спасение дальневосточного леопарда. Проведение именно таких мероприятий, как трейловый полумарафон «Леоран», помогает знакомству с дальневосточным леопардом и его сохранению. Событийный туризм, спортивный туризм, рассказать о Приморском крае, о прекрасном Приморском крае, рассказать о прекрасной природе Хасанского района, чтобы люди прониклись этой уникальностью, понимали, что есть прекрасные места, которые нужно сохранять, прекрасная редчайшая дальневосточная кошка, леопард, его тоже нужно сохранять, и мы тем самым пытаемся помочь привлечь внимание к этой проблеме, популяризовать. Одна из задач забега – популяризация здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения. Уникальность полумарафона на земле леопарда в том, что в процессе соревнования каждый участник забега не только наслаждается уединением в самых живописных местах нашего края, но и открывает для себя мир дикой природы, в которой обитают краснокнижные дальневосточные кошки. Люди, которые в своей жизни выбрали путь такой спортивный, осознанный, это люди, которые, в принципе, осознанно относятся к жизни. И с ними нужно и можно работать в целях экологического просвещения. Это наша целевая аудитория для именно знакомства с делом сохранения дикой природы и, в частности, вот наши дальневосточные кошки, которые обитают только здесь, на юге Хасанского района. Бегунам были доступны дистанции 3, 5, 10 и 21 километр. Маршрут проходил недалеко от села Барабаш на экологической тропе «Семиверстка» со сложным профилем. Он основан на действующей минерализованной полосе в зоне хозяйственного назначения, чтобы не потревожить ключевые места обитания уникальных зверей. А могли бы назвать какие-нибудь особенности трассы? Все-таки это трейл, это настоящий дикий трейл в уникальном месте, да, где можно будет увидеть следы тигра и леопарда, вот, и насладиться именно вот этой вот тропой, красивыми видами и сопками, то есть подъемы, спуски. Я думаю, это то, зачем именно бегуны все участвуют в нашем мероприятии. На мероприятии были соблюдены все меры безопасности для участников, а также были организованы трансфер до места старта и обратно, пункты питания, вкуснейший плов для всех участников соревнований, пункты медицинской помощи, гардероб и развлекательная программа. Забег отличный, всем рекомендую участвовать. Дистанции на любой вкус. Для тех, кто любит пожестче 21, прям четко. Вверх-вниз, везде, нигде не расслабиться. Отличный трейл именно у нас в Приморье, один из самых лучших. Отличный забег, отличная дистанция, сложно, большие перепады, сложный рельеф, но это и хорошо, трудности закаляют. Было непросто, но все преодолели дистанцию, это здорово. Это красивое событие июня объединило ловких, смелых, готовых к приключениям людей. Участники полумарафона не только испытали свои силы на спортивном маршруте, но и своими глазами увидели необычайную по красоте природу, которая является домом для пятнистого хищника. Как вам забег? Отлично, здорово. Хорошая погода, не жарко. Все хорошо. Очень трудно. Ну, на характере, все на характере. Среди призеров был распределен призовой фонд в размере 300 тысяч рублей, а также вручены призы от генерального спонсора «Сяоми» и других партнеров мероприятия. Ой, замечательно, это вообще первый мой забег, но я такая довольная. Конечно, я устала, но мне очень понравилось, спасибо. Этот забег – это именно о преодолении себя, то есть каждый подъем, каждый спуск – это как одно маленькое достижение. Трейловый полумарафон оставил самые позитивные эмоции, позволил окунуться в праздничную атмосферу, встретиться с единомышленниками. Именно такие фестивали и праздники создали новый образ, яркий и грациозный символ живой природы Дальнего Востока. Олег Завьялов, Тамара Чупахина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.